Это вечерние новости на RTVI в студии в Нью-Йорке Ксения Муштук. И в ближайшие полчаса обзор главных тем этого дня. Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. Белый дом больше не нуждается в его услугах, отчитался президент США в Твиттере. Имя преемника он назовет на следующей неделе. Газета «Нью-Йорк Таймс», комментируя громкое увольнение, пишет, что у Болтона и Трампа были расхождения во взглядах по вопросам КНДР и Ирана. Ранее газета «Вашингтон-Пост» также писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию дела в Афганистане. Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности весной прошлого года. В 2001-2005 годах Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период за ним закрепилась репутация сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. В администрации Владимира Путина больше 10 лет работал завербованный ЦРУ информатор Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN. И по данным телеканала, существование сотрудника под прикрытием тщательно скрывали. А переданная им информация представляла для американской администрации большую ценность. По одним данным, осведомитель даже имел личный доступ к Путину, фотографировал документы на его рабочем столе и был в курсе принимаемых Кремлем решений. По сведениям же «Нью-Йорк Таймс», завербованный агент все же не входил в ближний круг президента. Однако именно он передал в Вашингтон сведения о том, что якобы лично Путин санкционировал кражу переписки Демократической партии США и кампанию по поддержке Дональда Трампа, проведенную в соцсетях фабрикой троллей Евгения Пригожина. Американские медиа, само собой, не называют ни имени, ни местонахождения осведомителя ЦРУ, ссылаясь на его угрозу, на угрозу его жизни. Однако газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в США пишет, что завербованным агентом был сотрудник администрации президента некий Олег Смоленков. 2 года назад сообщалось о том, что он бесследно пропал, отправившись с семьей на отдых в Черногорию. Журналисты телеканала NBC, впрочем, утверждают, что им удалось даже найти американский дом Смоленкова. Бывший сотрудник путинской администрации якобы живет под охраной правительства США в пригороде Вашингтона. В России же следы Смоленкова ведут в столичный район Отрадное. Это северная окраина Москвы. Именно там одно время жил агент ЦРУ. Сегодня в Отрадном побывал наш коллега Сергей Морозов. И вот что он узнал. Ну, должен сказать, что найти Смоленкова в США было легче, чем найти его следы в Москве. Никто его не помнит в этом доме, никто его не помнит в Отрадном, в том месте, где он должен был жить. Дом действительно принадлежит его жене по документам. И говорят, что там родственники жены сдают его до сих пор, какой-то семейный парень. Но самих вот этот Олега Смоленкова, его жену и троих детей, которые якобы 14 июня 2017 года уехали оттуда в Черногорию и не вернулись, никто не помнит. Никто не помнит ни их самих, ни всей этой истории, ничего буквально. Так что следы очень интересно заметены, и это, вероятно, ложный след. Однако, как удивительно все это было обставлено. CNN в огромной тайне рассказывает нам о том, что был некий агент, мы не будем называть его имя, чтобы не раскрывать. И вдруг, не прошло и суток, «Коммерсант», пожалуйста, его зовут Олег Борисович Смоленков, тот самый, который, кажется, у нас пропал. А еще, кроме того, мы знаем, где он живет, в пригороде Вашингтон, даже не в какой-то американской глубинке. Нет, вот, пожалуйста, его дом показываем, неплохой дом, снаружи и внутри, стоит миллион. А вот еще его налоговая отчетность, а вот еще документы о покупке этого дома. То есть феноменальная такая бешеная выдача человека, который даже и не скрывается. 2 года назад пропал и живет под своим настоящим именем. Жена его тоже живет под настоящим именем. И вычисляется все это буквально за 1 секунду. Почему? Вот это величайшая загадка на самом деле. Потому что, по идее, если он такой важный информатор, его должны были бы скрывать. Ничего подобного. Сегодня очень любопытная реакция была на это из Москвы. Пресс-секретарь президента говорит нам что? Он говорит, что... Песков говорит... Смоленков действительно работал в администрации президента, да, подтверждаем. Но в Кремле не занимаются его поисками. Вообще, мы не знаем, был ли он агентом ЦРУ.
Вот такая вот история. Был, не был, два года назад кто-то исчез, ну и бог с ним. Причем были публикации, насколько я видел, и в издании Daily Storm о том, что как-то вот бесследно... Ну, вообще, это удивительная история. Пропал сотрудник администрации президента, да, ну, никакого-то пропал, там муниципалитета. Да, ну, мы не комментируем, как бы, ну да, пропал, ну и другого нашли. Вот с тех пор другой человек занимается, как бы, да. Вот, у нас нет. Да, а вот для американской службы он такой важный, потому что пишут, что наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах. Другого такого больше нет. Вот один, единственный. Ну, вероятно, это по-разному оценивается. Агентов, у нас их не так ценят, как на Западе. А любопытно, что Лавров сегодня говорит, не знал, не встречался за перемещениями, не следил, что за человек тоже не знаю. И официальная линия, в принципе, то, что, в общем-то, Смоленков это такой человек-никто. То есть вот собеседник РИА Новостей, который работал со Смоленковым, когда еще служил в посольстве США, говорит, что занимался человек хозяйственными вопросами. Покупал машины, какую-то там технику для посольства и, в общем-то, выпивал больше обычного. Хотя он не сказал, сколько обычно выпивает посольство, но Смоленков выпивал больше. Вот это мы знаем теперь. Хорошо. А что мы еще знаем о Смоленкове? Теперь другая сторона. Он на самом деле входил в ближний круг Ушакова. Это, между прочим, помощник президента по внешней политике. Более того, по публикациям он был одно время первым советником Ушанкова. Это, Ушакова. И это, конечно, немало. Поскольку действительно человек с таким доступом мог что-то рассказать, в частности, о роли самого Ушакова в этой операции по предположительному вмешательству в выборы, о роли фабрики троллей. То есть, вероятно, вот те вещи, которые он сказал, в принципе, пресса американская уже подходила почти вот сама уже выучила еще в 2016 году, и странно, что его не эвакуировали уже тогда. Но при этом, как мы понимаем, никакого достоверного изображения, фотографии этого человека, выпивающего да, больше это, обычного. Это прекрасный мнения. Человек. Нет его ни в соцсетях, ни его фотографии, ничего нет. Очень умеренно присутствуют в соцсетях его родственники. В общем, там какая-то такая довольно близкая классическая уже история человека скрытого, который вроде действует и есть, но о нем никто ничего не знает, не помнит и так далее. Кстати, довольно любопытно, что человек, занимавший пост второго секретаря посольства или даже первого, это, об этом говорят американские записи, мог заниматься закупкой машины, какого-то оборудования для посольства. Ну, я не знаю, как это все устроено, выглядит все довольно удивительно. А, так или иначе, да, 16-й год, вот что интересно, когда вот, Трамп только избирается и действует первая попытка извлечь Смоленкова из России. Как раз, если заглянуть в аккаунт сына Смоленкова ВКонтакте, то мы видим фотографии из Черногории, датированные как раз концом 16-го года. Это, вероятно, была первая попытка выезда в Черногорию. Они выехали, но почему-то дальше не поехали. Вот любопытно. А вот через полгода они уже действительно и доехали до Черногории, и доехали до Штатов. Вот там получилось. И что лежит между этим событием? А между этим событием лежит встреча Трампа и Лаврова в овальном кабинете, где Трамп якобы какие-то секреты раскрывает. И в Трампе очень интересной позиции, поскольку Трамп ведь не очень заинтересован в раскрытии каких-либо фактов о вмешательстве России в выборы американские. Он, в принципе, отрицал вообще всю эту историю целиком. Поэтому, конечно, его вот здесь вот роль и то недоверие, с которым к нему относятся американские спецслужбы, я не знаю, знал ли он тогда имя Смоленкова, когда он подозревал, что такой агент есть. Ну, об этом писала американская пресса, что в Америке есть агент где-то наверху, который сливает информацию об этом вмешательстве. В общем, конечно, сегодняшняя реакция Трампа такова, что я ничего не знал, но я доволен реакцией ЦРУ, которая все отрицает. Это замечательно, потому что CNN сообщает, что Трампу сообщили, что этого агента, не именно этого, возможно, а какого-то агента, собираются вытащить из России. И он даже согласился, дал свое согласие. В общем, здесь, конечно, прекрасная история о взаимодействии американских спецслужб с президентом Трампом, о Трампе и об отношении всего ко всему этому российского руководства. Вот срочное сообщение, заявление ЦРУ, Центральное разведывательное управление, опровергает публикацию о том, что действия Трампа привели к вывозу американского шпиона из России. Вот сообщение, поступившее только что. Ну, все закольцевало, слава богу, хорошо. Спасибо, наш коллега Сергей Морозов сегодня пытался выйти на след информатора ЦРУ Смоленкова. И я думаю, Сереж, ты еще продолжишь поиски и еще нас удивишь. Это был фрагмент большого Ньюстока. Полную версию вы можете посмотреть на сайте rtvi.com. К другим темам. Сегодня в Киеве Олег Сенцов дал первую пресс-конференцию после своего освобождения. Режиссер, который 3 дня назад вернулся из российской тюрьмы, призвал не разделять политических заключенных в двух странах. Общение с журналистами Сенцов начал именно с темы арестов по так называемому делу о массовых беспорядках. Россияне тоже борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, как бы, которые ну, наши настоящие братья. И там, сами знаете, что происходит. И, в частности, последний арест, эти быстрые суды. И Костя Котов, которым я не знаком, ничего не слышал о нем буквально вот до сегодняшнего
Ну, буквально 3 дня назад я об нем узнал. Об этой истории я бы хотел, чтобы мы их тоже не разделяли. Это тоже узники Кремля. Сейчас Олег Сенцов намерен заниматься творчеством. А вопрос участия в политике остается для него открытым. Вернуться в Крым режиссер пока не может. И в ближайшее время жить он будет в Киеве. Туда уже переехала его дочь. Сенцов также не исключил возвращение полуострова в юрисдикцию Киева. Правда, произойдет это, по мнению режиссера, только после смены власти в России. Сенцов заявил, что пленные остаются и в Донбассе. Режиссер добавил: «Надеюсь, мы их вытащим». Сейчас с приходом, скажем так, ну, новой власти, назову так, да, у России есть шанс эти отношения перезагрузить, да. Президент Зеленский тоже делает шаг навстречу, то есть я вижу, что он как бы, ну, искренне хочет этот конфликт решить, как бы, во благо этой страны, без потери интересов, да, и это правильно. То есть я уже говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем один день войны. Я напомню, что в минувшую субботу между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными по формуле 35-35. В Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. Русскоязычные старшеклассники американских школ получат возможность на 1 семестр съездить на учебу в Израиль бесплатно. С такой инициативой выступил Еврейский национальный фонд. Для этого школьникам придется сдать тест и пройти личное собеседование. Программа обучения для каждого студента будет составлена индивидуально. А кроме изучения классических предметов, математики и биологии, старшеклассников будут знакомить с историей еврейского государства. Вот что на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава Еврейского национального фонда Рассел Робинсон. Многие молодые ребята, которые хотят поступить в лучшие вузы США, ищут возможность поучиться за рубежом в старшей школе. Так почему бы не в Израиле? Вы приедете, сможете изучить биологию и математику, но при этом вы также будете узнавать и погружаться в 4000-летнюю еврейскую историю. И русскоязычная еврейская община в США понимает, что это невероятная возможность, потому что программа создана людьми, которые верят в образование. Они хотят, чтобы их дети учились в лучших университетах штатов. Высокий уровень образования и поддержка связи с Израилем. Вот на чем строится еврейская община завтрашнего дня. Это еще не все новости. Совсем скоро мы вернемся в прямой эфир. А пока реклама. Это новость на RTVI. Мы продолжаем. Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву допросили как свидетеля по делу о деятельности канала во время освещения летних акций в Москве. Синдеева отметила, что проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках, по которому ранее была допрошена главный редактор телеканала Александра Перепелова. Накануне стало известно, что Синдееву вызвали на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Она опубликовала повестку о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам Рустаму Габдуллину на своей странице в Фейсбуке. Габдуллин возглавляет следственную группу по делу 27 июля, события которого квалифицированы Следственным комитетом как массовые беспорядки. И последний на сегодня. Тем временем в России появился еще один очаг протестной активности. Это столица Бурятии, город Улан-Удэ. И там произошло то, что не сравнить ни с чем. Все смешалось. Шаманы, выборы, полиция. Накануне стало известно, что на центральную площадь Улан-Удэ вышли люди. Сначала участники стихийного митинга требовали освободить задержанных сторонников Александра Габышева, того самого, который с марта идет пешком в Москву, чтобы провести обряд изгнания Путина. Следом к акции присоединились бурятские коммунисты. Они уже потребовали отменить результаты выборов главы Улан-Удэ. На них в это воскресенье победил самовыдвиженец, а на деле член «Единой России» Игорь Шутенков. Из мирной акции все превратилось в побоище с полицейскими. Но окончательно людей разогнать так и не удалось. Сегодня они снова на центральной площади с плакатами. О том, что происходит в Улан-Удэ и почему, собственно, это важно, расскажет Дмитрий Новиков.
Что же произошло в Улан-Удэ и как так случилось, что этот город в Бурятии, 5000 километров от Москвы, стал очагом недовольства, да еще такого, что местным властям пришлось вызывать ОМОН и разгонять протестующих с применением силы. А главное, при чем здесь шаманы? Что такого они собирались нашаманить? И как все это связано с выборами мэра города, в котором живет почти 500 000 человек? Это не спланировано, не санкционировано, ну, не спланированная акция митинга, которая не прекращается. Действия власти никакой. Более того, глава республики сегодня, говорят, улетел. Вчера он не вышел на переговоры. А новоизбранный мэр также игнорирует народ. А народ недоволен тем, что его не слышат. И вот видите, да, это площадь Советов, это здание правительства Хурала, мэрии, вот знаменитая голова Ленина. И, собственно, вот площадь переполнена, вокруг ездит милиция, полиция, да, Росгвардия, военные стянуты. Изначально акции протеста в Бурятии начались из-за того, что местные силовики под различными предлогами арестовали сторонников якутского шамана Александра Габышева, того, который в марте месяце отправился пешком в Москву изгонять Владимира Путина. Как он уточнял, не физически изгонять, а по-шамански, с использованием шаманских обрядов. Габышеву 50 лет, в прошлом он историк, 3 года провел в уединении в лесу и после президентских выборов решил, что России не хватает народовластия. Вот нашей дружбы совместной всего российского народа, мы все дружны. Тут-то и случилась конфликтная ситуация. Бурятские шаманы объявили якутского шамана, который против Путина, нелегитимным шаманом, и запретили ему пеший проход по бурятской земле. Однако в Бурятии обнаружились сторонники якутского шамана из числа простых людей. Все, спасибо. Ура, 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 ура. Вот она встреча. Ну, мне вот это, а так тебе. От всех вот, ага, присутствующих бурят. И эти люди потребовали от местных властей не препятствовать шаману. Дальнейшее развитие истории, аресты и задержания протестующих. И вот 9 сентября на площадь на народный сход уже выходят сотни недовольных людей. А к ним присоединяется лидер бурятских коммунистов, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Он участвовал в борьбе за кресло мэра Улан-Удэ. Но, как уверяют в избиркоме, проиграл члену «Единой России» Игорю Шутенкову. В итоге, в считанные часы, бурятский протест за освобождение сторонников опального шамана превращается в политический. Люди на площади требуют проведения новых выборов мэра, считает, что представитель «Единой России» победил с использованием административного ресурса. Связываются с министром Кудиновым МВД для того, чтобы узнать о судьбе тех, кого сегодня очень в грубой форме, разбив стекла, вытащили из их машин. В том числе депутат Народного Хурала Баира Циренова. Они не делали ничего противозаконного. Они не призывали к беспорядкам. Они не призывали к незаконным, несанкционированным действиям. Они всего лишь выражали свои протестные явления, желая получить ответ от властей, который мы до сих пор не получили. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Что происходит сейчас? Происходит сейчас то, что собираются подписи за освобождение заключенных, политзаключенных, о которых, судьбе которых нам неизвестно, в том числе Баирова, Ихиритова и Бадмаева. До сих пор никто из городской власти не вышел, чтобы просто даже поговорить с народом. Хотя бы просто спросить, что вы здесь собрались. От власти действующий только на сегодня депутат Совета Федерации Мархаев Вячеслав Михайлович поддерживает народ. Слышит его. Кстати, об участнике народного схода сенаторе Вячеславе Мархаеве. Широкой публике он стал известен после того, как выступил с критикой действий властей во время недавних московских акций протеста. То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрации было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Плохая власть борется с недовольными, хорошая с причинами недовольства. 8 сентября в городе Улан-Удэ, республики Бурятия, прошли выборы мэра, с которыми не согласны, с итогами которого не согласен народ. Вот мы сейчас можем даже спросить. Я считаю, что эти выборы были проведены с большими нарушениями. Я сам лично видел, как за Шутенкова и за Нарбоеву по 18 округу депутата Горсовета покупали голоса за водку. Это если вкратце о том, как шаманство в Бурятии переплелось с прошедшими в России выборами и как на все это наложилось недовольство действиями властей и силовиков. Дмитрий Новиков, Дмитрий Хайтовский, Вадим Бразголь, телекомпания RTVI.
Это все новости к этой минуте. Последние обновления и развитие событий на сайте RTVI и в приложениях для мобильных телефонов, а также на страницах RTVI в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.